Лицей БГУ празднует юбилей. Ровно 30 лет назад там прошли первые занятия. За годы своей работы учебное заведение выпустило около 7 тысяч будущих студентов, подготовило более 200 победителей международных олимпиад. Сегодня в лицее БГУ обучение проходит более 1500 учеников по 8 профилям. В следующем учебном году появится еще 2 направления. Лицей зараз и лицей 27 годов тому, когда я его поступал, вонково разные. Ну, по-перше, конечно, про лицей 93-го года мало кто ведал, в сравнении с лицеем 2020-го. И тому, например, мне доводилось доказывать моим батькам, как они меня отпустили сюда учиться. Учиться в лицее очень классно. Ты чувствуешь атмосферу поддержки, дружескую атмосферу, которая тебя вдохновляет на все больше и больше подвиги, так скажем. Вот. И ты хочешь учиться, ты хочешь сюда приходить каждый день. К юбилею подготовили праздничный концерт. Его кульминацией стала театральная постановка по мотивам произведения Владимира Короткевича «Колосы под серпом твоим». В представлении сыграли лицеисты и преподаватели.